Здравствуйте. Сегодня перед вами представлен полуавтомат закаточной модели Z400E3, настроенный на тару от 450 до 10 мл. В данной машине также имеется педаль управления, что вам для удобства, и, естественно, регулировка производительности. То есть помедленнее, побыстрее, как вам, зависит от вашей скорости работы. Давайте, пожалуй, начнем. Для начала включаем аппарат. Берем флакон, необходимый нам. Устанавливаем на место. Нажимаем. Для смены одного подстаканника на другой необходимо открутить подстаканник и поставить необходимый. Вы можете его поставить как прямо, так и боком, там под себя уже подрегулируете. То есть, как мне сейчас удобно, я себе так установлю. В конце видео я вам продемонстрирую, естественно, как флакончики были укреплены. Прибавим скорость. Теперь для перехода на пенициллиновый флакон производим немножко побольше манипуляции. Откручиваем стаканник, переводим в режим на лапте. С помощью педали опускаем голову. Откручиваем направляющую. И устанавливаем на ее место необходимо. Далее переводим обратно в автоматический режим. Поднимаем голову обратно и устанавливаем уже сам стаканник. На этом все. Далее устанавливаем сам флакон. На этом все. Теперь я вам продемонстрирую. Ну, последний пенициллиновый. Как видите, без особой трудности, без особых переналадок мы с вами закатываем все флаконы. Я вас благодарю за внимание. Всего вам доброго. До свидания.